это именно для вас. А вот воскресенье для меня стал важным вопрос, который меня вот измучил, особенно сейчас в бои идут в Фейсбуке, такие жуткие, страшные, тяжеленные. Все время. Что полюбить своего врага. Показать некую историю, да, вот эти коллизии, взаимоотношения, да, кто на каком моменте как проявляет себя, да, ну, пастух ли, хозяин ли. Вообще сверхзадача этого фильма для меня лично, как для автора. Ну, они оправданы, да, эта эклектика все равно имеет некую свою логику, некую память, да. То есть, там, почему это так решено, почему это так, ну понятно. Абсолютно. Потом все сцены будут сниматься в разном стиле, то есть вот начало самое, это какое-то голливудско-американское кино, такое мощное, входим сразу, то есть там этот лагерь беженцев, мусульманские, которые христиане приняли к себе мусульман. Вот это очень важно, это как бы вот это понимать, потому что иногда бывает так, что сценарий присылают, там, особенно когда долгий, длинный сериал, и артисты, как правило, не читают. Мне всегда важно знать, никакая не важна, какая роль. Мне всегда важно знать целое, ради чего, куда. Да, ну, это сериал, а в фильме я вообще не говорю, это всегда. Там или там спектакль какой-то. Да, всегда важно не только твое, да, твое место там какое-то, ради чего. Поэтому мне всегда этим отличается режиссура от нережиссуры, когда все подчинены единому процессу. Да, и вот это вот понимание, это очень важно. А не просто говорить текст или там, не знаю, делать что-то лицом. Ну, что я хочу сказать. Спасибо Салавату, который, по-моему, сделал очень интересное предложение. По-моему, из того, что я услышал сегодня, а вечером сегодня я прочту этот сценарий, но то, что услышал, мне дико нравится. По-моему, это имеет место быть в той ситуации, когда мы сами должны помогать друг другу понимать этот мир. Не чиновники нам не помогут, а только мы сами. И, по-моему, этот проект достоин того, чтобы он стал действительно народным. И от нас с вами зависит, быть ему или нет. И как хорошо, что существует такая замечательная возможность обратиться к вам через сайт Planeta.ru и сказать: я за.